Здравствуйте. Сейчас уже середина почти августа, а значит, лето заканчивается, а значит, скоро Новый год. А следующий год у нас год собаки, и поэтому я предлагаю потихоньку начинать вязать разных собачек. И сегодня мы начнем с того, что мы свяжем такую светленькую, вот такого вот цвета, вот бежевенького у меня ниточка есть. Вот я решила светленькую, на ней лучше видно показывать, как вязать, а вы уже потом можете себе выбрать и потемнее. Мы свяжем таксочку, малюсенькую таксочку, такса-браслет. Она будет надеваться и пристегиваться на руку. Это для детей, для подростков. Вот. Она же может использоваться и как брелок. И брелок, который можно зацепить точно так же, как на руку, также на портфель, там на рюкзак за ремешок и так далее. То есть, как талисман года, это интересная такая вещичка. Итак, начнем ее с носика, поэтому возьмем черную ниточку и свяжем петлю амигуруми, в нее 6 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4. 5, 6 связали, затянули. Значит, поскольку это таксочка и она маленькая, должен быть браслетик, поэтому я скажу, что вот, чтобы получилось такого размера, как у меня, нужна нитка. Вот у меня нитки 200 метров в 50 граммах акрил, пехорка. И крючок у меня где-то чуть меньше двоечки. 1,75, наверное. Так, проложим маркировочную нить и вяжем 6 столбиков по одному из каждой петли по кругу. Провяжем. Это будет кончик носика. Делаем. И теперь поменяем ниточку на светлую, на бежевую. И провяжем вот так вот вместе. Приложили черную с бежевой, провязали вместе. Теперь убираем черную внутрь. И кончик бежевой тоже уберем внутрь. Сюда вот так. И закончим вязать столбик бежевой ниткой. И теперь свяжем снова 6 столбиков по одному из каждой петли. Следующий столбик уже тоже вот вяжем. Уже теперь только бежевой нитью вяжем. Так, и нужно отрезать вот этот хвостик. Нам уже они не нужны. Вот, и продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, и вот шестая у нас. 6. Связали. Все, следующий ряд. Мы и дальше все ряды мы будем вязать одинаково. Все время в первый столбик, в первую петлю мы провязываем 2 столбика. Увеличиваем на 1, пока не достигнем 18 столбиков в ряду. Вот 1, 2 мы провязали из первого ряда, из первой петли вернее. Так, можно уже спрятать туда немножко эти хвостики, чтобы они здесь не торчали. Туда. И теперь вот 1, 2 провязали, и теперь вяжем еще 5 столбиков, получим всего 7 в этом ряду. И 5 провязали. Следующий ряд снова увеличиваем на одну петлю, и для этого делаем опять 2 столбика из первой петли, 1, 2, и дальше вяжем по одному из каждой петли, получим 8 столбиков в этом ряду. В
Ряд закончился. Следующий ряд опять в первую петелечку вяжем 1, 2 столбика из одной петли. И дальше снова по одному столбику из каждой петли до конца ряда вяжем. Получим 9 столбиков в этом ряду. Продолжим дальше опять. 2 столбика из первой петли вяжем и снова по одному из каждой петли получим 10 столбиков в этом ряду. Есть следующий ряд. Опять 2 столбика вяжем из первой петли и дальше по одному из каждой петли вяжем, получим 11 столбиков в этом ряду. Следующий ряд снова увеличиваем, делаем из первой петли 2 столбика, 1, 2, и дальше вяжем по одному из каждой петли, получим 12 столбиков в этом ряду. Связали, дальше. Снова 2 столбика вяжем из одной петли. Следующий ряд. И снова по одному столбику из каждой петли до конца ряда получим 13 столбиков в этом ряду. Провязали, следующий ряд, снова из первой петли вяжем 2 столбика, дальше по одному из каждой петли получим 14 столбиков в этом ряду. Провязали, следующий ряд опять увеличиваем. Из первой петли провяжем 2 столбика, дальше по одному столбику из каждой петли получим 15 столбиков в этом ряду. Следующий ряд этот закончился. Следующий ряд снова 2 столбика из первой петли, 1, 2. И дальше по одному из каждой петли получим 16 столбиков в этом ряду. Связали. Следующий ряд. Снова увеличиваем 2 столбика, вяжем из первой петли, получим 17 столбиков в этом ряду, когда закончим. По одному столбику из каждой петли вязать. Есть. И теперь последний раз увеличим, свяжем из первой петли 2 столбика. Дальше довяжем по одному столбику из каждой петли, получим 18 столбиков в этом ряду. Шестнадцать, 17, 18. Есть следующий ряд, следующие два ряда провяжем по одному столбику из каждой петли, 8, по 18 столбиков в каждом ряду. Вот я связала два ряда по 18 столбиков. Теперь следующий ряд нужно, мы начнем убавлять. Для этого свяжем
один столбик из одной петли, два столбика вместе. Снова один столбик из одной петли, два столбика вместе. И так до конца ряда. Один столбик, два столбика вместе. И два столбика вместе. Последний раз. Теперь нужно наполнить голову холофайбером и продолжить закрывать. Можно сразу втянуть черную ниточку, чтобы она уже нам не мешала. Наполнили, продолжим вязать, убавляем теперь по паре. Все время 2 петли, 2 столбика из 2 петель провязываем вместе. Один столбик, второй столбик провязываем одной петлей. И так до конца ряда. Провязали. И последним рядом мы закроем все вместе. Для этого соберем все в один пучок. Поскольку здесь вот мелкая она, лучше брать за одну ниточку, вот так вот, за одну сторону петли. Немножечко лучше сожмутся дырочки. Сделали. И все вместе их провязали одним пучком. Есть такое дело. Отрезали нитку. Разровняем мордочку вот так вот и выдернем нитку маркировочную. Вот такая вот длинненькая. Теперь немножко сожмем, чтобы не слишком вытягивалась. Просто надо ее, чтобы она была такая более-менее ровненькая, что ли. Вот такая вот у нас получилась мордашка таксочки небольшая. Так, вот этот шовчик, он должен быть внизу, поэтому мы его вот так и будем рассматривать. И отметим, где нужно разместить ушки на макушке. Вот так вот, я думаю, будет одно ухо. И вот так вот пойдет второе ухо у нас. Вот такие небольшие тоже будут ушки. Вот. И глазки будут где-то вот тут тоже рядышком. Потом мы их изобразим. Даже немножко вот так вот, наверное, чуть-чуть больше в стороны. Где-то вот недалеко от ушей. Вот так вот будут глазки. Вот. Я думаю, будет вот вполне таксообразная мордочка. Теперь нужно вот так зацепиться и связать, закрепить ниточку. И продолжить набирать столбики. Это будет вот так вот, будет первый, вот так вот второй, и вот так вот будет третий. Три столбика набрали, поднялись вверх, развернулись. Продолжаем. Теперь из первой петли провяжем 2 столбика, дальше вяжем 1 столбик, и снова из последней петли вяжем 2 столбика. 1, 2. Поднялись, петля подъема воздушная, и теперь вяжем по одному столбику из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, петля подъема развернулись. Теперь вяжем 2 столбика из первой петли. Дальше вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. В последней петли снова вяжем 2 столбика. Петля подъема и вяжем по одному столбику из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. 6,
7. Дальше петля подъема. Из первой петли вяжем 2 столбика. 1, 2. Дальше вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика. 6, 7. Вяжем из последней петли. Петля подъема, снова развернулись. И теперь вяжем 4 ряда по одному столбику из каждой петли без изменений и увеличений. Девять столбиков в каждом ряду. Я провязала 4 ряда по 9 столбиков в каждом ряду. Теперь мы начнем убавлять. Для этого петля подъема тоже делаем. И начинаем первую и вторую петлю, провязываем вместе. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И снова последнюю, предпоследнюю, последнюю, последние две петли вяжем тоже вместе. Петля подъема, разворачиваемся. И теперь в каждом ряду будем делать точно так же. Снова первую и вторую петлю провязываем вместе. 1, 2, 3 провязали. Последняя, предпоследняя провязываем вместе. Петля подъема, развернулись. Снова первую и вторую провязываем вместе. Одна петля, один столбик из одной петли, и снова 2 столбика провязываем вместе. Петля подъема, и теперь 1, 2, 3 петли провязываем все вместе. Закрываем, отрезаем ниточку. Чуть-чуть подтягиваем ушко, оно все равно растянется. Будет вот такое вот ушко у нашей таксочки. Ниточку отрезаем. И прячем ее вот так вот между петлями, чтобы она здесь у нас не выползала. Либо можно ее еще отрезать, если у вас тоже акрил, то можно отрезать и немножечко кончик приплавить, тогда она не будет уже точно выползать. То есть отрезать ее коротко и подплавить кончик зажигалочкой. Все, связали одно ушко, точно так же вяжем второе. Начнем вот тут, захватим ниточку, закрепим. И начнем вязать столбики 1, 2 и зацепимся, как и вот тут вот, за третий. Вот 3 столбика, петля подъема. В первый же столбик провяжем 2 столбика, 1 в первую петлю, 2. Потом 1 столбик вяжем и во вторую, в третью, вернее, петлю снова 2 столбика, 1, 2. Петля подъема и вяжем ряд без увеличений. 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков, петля подъема, развернулись. Снова 2 столбика из первой петли и так далее. Вяжем ухо точно так же, как вязали предыдущие. Вот я закончила вязать второе ушко таксочки. И вот я хочу показать, что можно не заправлять ниточку, а вот сразу отрезать коротко и приплавить хорошо ее вот так прижав. То есть тогда оно просто будет вот такое себе остренькое, но оно не будет тоже распускаться. Вот такая вот у нас мордашка. Теперь нужно сделать глазки. Глазки можно пришить пайеточки, можно крупненькие бусинки, можно сделать с помощью черной ниточки. Я вам покажу, как это сделать из ниточки. Мы уже делали, и я повторю сейчас снова. Лучше взять вот так в две нитки сложить и сделаем следующим образом. Заправить нужно где-то вот тут внизу, где будет пришиваться. Мы заведем отсюда
шея, где будет у нее голова, кто еще будет пришиваться. И выйдем вот тут вот, где глаз, иголочкой. Вот теперь сделаем вот так вот шаг назад, или лучше немножко вот так наискосок, здесь побольше расстояние, глазик будет побольше. То есть вот я вышла вот тут вот, где мы вот отметили, и сделаю вот так вот немножечко назад, потому что если вот так, очень короткая, видите, петелечка, поэтому вот так наискосок чуть-чуть делаем шаг и наматываем 1, 2, 3, 4, ну, хотя бы 5 оборотов вот так вот ниточкой вокруг иголки, держим вот так, чтобы не расслаблялась и не убегала, и подтягиваем вот так вместе с ниточкой. Вот эти вот петельки, вот они вот так вот нарастают, и получается вот такая толстенькая штучка, утолщение на нитке. Выходим вот тут, где второй глаз у нас должен быть. Смотрим, чтобы они вот на уровне ушей были одинаково. Получается, где-то вот тут должен быть у нас. Это тут, значит, этот вот тут должен быть. Вот так вот втянули, получился вот такой вот глазик. И теперь здесь нужно повторить то же самое. Сделаем вот так наискосок, обматываем вокруг иголки 5 раз. У меня здесь нитка короткая, поэтому я сейчас переделаю. А вы сделайте, я другую нитку заменю сейчас, а вы сделайте точно так же. Обмотали 5 раз, вытащили и заправили внизу, вышли вот сюда. Можно вот так вот вставить ниточку с иголочкой и слегка ее вот так вот поджать. То есть даже не поджимать, а просто закрепить, чтобы она не растягивалась. Вот сюда вот к шее выйти тоже черной ниточкой, вот сделать вот так закрепочку, и все, и она уже не будет растягиваться в длину. То есть вот будет более-менее фиксированная вот такая вот мордашка. То есть ее будешь тянуть, она не будет растягиваться. Я думаю, что это важно в данном случае для этой игрушки, потому что она будет висеть либо на портфеле, либо еще где-то, и каждый будет наровить, может быть, дернуть ее за нос. Поэтому лучше вот как бы слегка зафиксировать. Не стягивайте, пусть он будет длинненький. У таксы мордочка длинненькая, поэтому этого не стесняемся. Но подтянем так, чтобы она не растягивалась, чтобы ее не растянули нам. И продолжаем вязать. Теперь возьмем снова черненькую нитку. Закрепили нить и набираем 8 столбиков по кругу черной ниточкой. 1, 2. Это у нас будет ошейник, поэтому черная. 3, 4, 5, 6, 7. Вот так у меня получилось вот 8 до вот этого места. Ну и вот так должна быть еще 9, но я потом, значит, вот тут вот пропущу одну и начну вот отсюда дальше вязать. Вяжем 8 столбиков. Если у вас тоже вышло больше, просто убавьте на одну, сделайте 8, я думаю, больше не нужно. Вот так вот вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. И теперь провяжем 4-5 рядов, наверное. Вот у нее шея длинная не должна быть. Все, теперь нужно закрыть вот так полустолбиком и отрезать нить. Оставим его с этой шеей так, как она есть, и отдельно свяжем туловище, потом к шее пришьем. Еще сразу можно, чтобы не забыть потом, можно закрепить эту цепочку, либо просто пришить саму застежку. То есть нам нужно вот такую застежку, и я хочу ее сделать вот так с цепочкой вокруг шеи. Вот, нужно ее пришить. Я цепочку на цепочку не рассчитываю, не надеюсь, что она удержит. Поэтому ниточкой черненькой я все же за само колечко этой застежечки, вот я возьму за саму застежечку и прямо вот сюда вот, где-то вот тут невысоко, поближе к краю, но не за самую последнюю, потому что она будет мешать нам пришивать потом. Поэтому возьмем вот так, закрепим ниточку здесь, чтобы не проскочил узелок.
И теперь нужно вот в эту вот петельку, в самую вот первую, которая держится на этом, не на цепочке, а на застежке, нужно продеть, вот так протянуть ниточку и закрепить хотя бы раза два-три, вот так прошить, чтобы она не оторвалась у нас. Вот я застежку закрепила, видите, так чуть-чуть сбоку, чтобы удобно было потом застегивать, пристегивать, чтобы мордочка не мешала. Поэтому чуть-чуть слегка вот так сбоку, она ее потом подтянет, когда застегнет, чтобы было удобно. Вот я закрепила еще цепочку, чтобы она у меня не выпадала и не забыть ее, вот, и не мешала, когда будем пришивать вот к шее, вот к этой мы будем пришивать туловище. Вот мордочка у нас готова. Для этого берем светлые ниточки снова, набираем петлю амигуруми, делаем 6 столбиков вокруг петли. 1, 2, 3, не вокруг, а в петлю. 3, 4, 5, 6. Затянули нитку, проложили маркировочную. И продолжим увеличивать. Для этого провяжем из каждой петли предыдущего ряда по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Связали. Проложили снова нитку маркировочную, отделили ряд. И дальше продолжим увеличивать до 18. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. 1, 2. Снова 1 столбик из одной петли. И снова 2 столбика из второй петли. 1, 2. И так до конца ряда. 1 столбик, 2 столбика. Есть такое дело. Проложили ниточку. И теперь 18 столбиков мы получили по кругу. Провяжем 4 ряда по 18 столбиков в каждом ряду. Вот 4 ряда связаны. Теперь нужно связать, начать убавлять. Для этого мы будем первый и второй столбик сразу провязывать 2 вместе. Теперь вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. И еще один ряд провяжем по одному столбику из каждой петли. 17 столбиков в этом ряду получится у нас уже. Вяжем. Я связала еще один ряд, 17 столбиков в этом ряду. Теперь снова убавим. 1, 2 провяжем вместе. Получим в этом ряду 16 столбиков. Закончим этот ряд. И следующий ряд провяжем 16 столбиков по одному из каждой петли. Вяжем. 16 столбиков. Один ряд еще. И теперь снова убавим 1, 2 столбика, провяжем вместе, получим 15 столбиков в этом ряду, вяжем до конца ряда и еще один ряд 15 столбиков провяжем по кругу. Я связала ряд 15 столбиков. Следующий ряд снова убавляем. Для этого вяжем первый и второй столбики 2 вместе. До конца довяжем по одному столбику из каждой петли, получим 14 столбиков в этом ряду. И следующий ряд 14 столбиков по одному из каждой петли провяжем тоже. Вяжем. Я связала 14 столбиков ряд. И следующий ряд мы снова будем убавлять. Для этого вяжем первую и вторую петлю 2 столбика вместе. Дальше получим по одному столбику из каждой петли 13 столбиков в этом ряду. И следующий ряд 13 столбиков вяжем по одному из каждой петли. 13 столбиков ряд я провязала. Следующий ряд опять убавим. Первую и вторую провяжем 2 вместе.
Дальше вяжем 12, еще 11 столбиков, получим всего 12 столбиков в этом ряду, и следующий ряд 12 столбиков вяжем по одному из каждой петли. Вяжем. Пока отверстие тут побольше, я наполнила сразу вот эту толстую часть холофайбером, чтобы было потом легче заправлять, а то через тонкое отверстие будет тяжелее, поэтому сейчас заправили. И дальше мы продолжаем снова вязать. Я провязала 12 столбиков, и теперь мы снова убавим 1-2, провяжем вместе. Дальше 10 столбиков закончим до конца ряда по одному из каждой петли. Получим в этом ряду 11 столбиков. И следующий ряд 11 столбиков по кругу вяжем по одному из каждой петли. Я провязала 11 столбиков в ряд еще. И теперь продолжим снова убавлять. Для этого вяжем 1 столбик и 2 вместе. Дальше 9 столбиков по одному из каждой петли. И получим 10 столбиков. Следующий ряд провяжем 10 столбиков по кругу по одному из каждой петли. Вяжем. Связала 2 ряда еще. Один убавляющий и 1 10 столбиков по кругу. И теперь снова убавляем. Вяжем первый и второй столбики вместе. И дальше 8 столбиков по одному из каждой петли закончим ряд. И следующий ряд 9 столбиков по кругу вяжем по одному из каждой петли. Вяжем. Я связала 9 столбиков по кругу ряд. Теперь снова убавляем. Для этого вяжем первый и второй столбики вместе. Дальше довязываем до конца, получим в этом ряду 8 столбиков. И следующий ряд, и еще 4 ряда, вернее всего, заканчиваем ряд, и еще 4 ряда вяжем по одному столбику из каждой петли 8 столбиков в ряду. Вяжем 4 ряда. Я провязала 4 ряда, вот по 8 столбиков, и еще дополнила холофайбера сюда до полного. Так достаточно плотненько немножечко здесь, вот я напором вот внизу тут немножечко помягче. Вот плотненько надо вот эту вот часть грудную, здесь уже чуть-чуть помягче. Здесь я наполнила больше только из-за того, что я потом это перетяну в хвостик. Поэтому сейчас мы чуть-чуть поплотнее наполняем. Вообще таксочка эта не должна быть туго наполнена, чтобы она легко гнулась вокруг руки, не торчала бы. Поэтому вот имейте это в виду. Значит, дальше теперь что мы сделаем? Вот вернемся назад и провяжем последнюю и предпоследнюю. Вот последнюю провяжем 2 вместе, и теперь снова первую и вторую петлю тоже провяжем 2 вместе. У нас получится теперь, перенесем сюда вот маркировочную нить, и у нас теперь получится здесь 6 столбиков останется в этом ряду. Это будет низ, это животик, и теперь мы будем вязать хвостик. У нас 6 столбиков осталось для хвостика. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. По одному из каждой петли провязали. Вот получили основание хвостика. И дальше теперь еще 5 рядов свяжем. То есть всего 6 рядов по 6 столбиков. Надо связать. Это будет хвостик. И подтянуть в него холофайбер потом отсюда сюда. Вяжем 6 рядов по 6 столбиков по кругу. Вот я провязала 6 рядов по 6 столбиков. Чуть-чуть сюда втянула холофайбер. Пока еще сильно его не вытягиваю, он плотно, потому что потом подтяну еще туда. Здесь же мы вот так вот подтянули вот под хвостик сюда холофайбер, и дальше пошел хвостик. Сейчас он кажется толстым, потому что он набит, но дальше будет он смотреться более лучше, когда подтянем из него холофайбер. Здесь вот холофайбер сюда под хвостик вот так подтягиваем, чтобы образовалась вот такая вот немножечко попа. И дальше пошел хвостик. Вот видите, он будет тоньше, потом потянется. Потому что вообще всю собачку немножко надо растягивать. Потому что на руке она будет растянута, чтобы потом она не спадала. Можно мерить и немножко делать либо короче туловище, если ручка маленькая, либо короче хвостик немножко, и в туловище, и в хвостике по чуть-чуть можно уменьшить количество рядов.
И тогда получится, она покороче браслет и будет лучше, подойдет по размеру на вашу собачку. Либо можно просто колечко пришить не на кончике хвостика, а чуть-чуть ниже кончика хвостика, что тоже дает возможность сделать его короче, а потом можно будет увеличивать при желании. Дальше, опять теперь мы убавим в следующем ряду, убавим, провяжем 2 столбика вместе, закончим 4 столбика, провяжем по одному из каждой петли, закончим ряд, получим в этом ряду 5 столбиков, и теперь еще 6 рядов, провяжем по 5 столбиков в каждом ряду, вяжем и подтянем в него холофайбер. Вот я провязала еще 6 рядов, то есть получается ряд, в котором мы убавляем, мы не считаем, и считаем только ровно провязанные по 6 столбиков, по 5 столбиков, 6 рядов, вот я провязала. Дальше чуть-чуть подтянула холофайбер и прошу обратить внимание, тоже хвостик, как и туловище собачки, должны быть наполненными, но мягкими, чтобы не слишком туго наполняете, чтобы они хорошо гнулись легко. Но и не были бы пустыми, если будут пустые, то будут заламываться. Поэтому делаем так, чтобы это было в меру мягкое и хорошо смотрелось. Дальше снова убавим 1, 2, провяжем вместе. Теперь провяжем 1, 2 и 3 столбика по одному из каждой петли. Получим всего 4 столбика в этом ряду. 4 столбика в этом ряду и продолжим, еще провяжем 6 столбика, 6 рядов по 4 столбика в каждом ряду. Вяжем. Вот я провязала еще 6 рядов, по 4 столбика теперь уже в каждом ряду. И следующий ряд мы снова убавим. Для этого мы уже можем не провязывать вместе, а просто пропустим одну петлю вот так вот и начнем вязать сразу следующую петлю. И так получим 3 петли. 1, 2, 3. Вот в этом ряду провязали. И теперь еще 6 рядов, по 3 петелечки вяжем. И закрываем их пучком потом все вместе. Вот я закончила вязать. Еще вот 6 рядов по 3 столбика. Закрыла, закрепила, но не оторвала, не отрезала пока ниточку. Ниточку оставим чуть подлиннее, чтобы заправить ее в иголочку и пришить ею колечко. Поэтому отрезаем вот так вот не коротенькую, а подлиннее. Вот так выдергиваем маркировочную нить. У меня вот эта вот игрушка в растянутом виде получилось туловище вот 15 и еще 10 сантиметров, то есть 25 сантиметров по кругу у меня вышло. Если положить вот на мою руку, то оно получается вот такой вот. Вот такой вот длины для моей руки получается как раз. Но моя рука не маленькая, то есть если это на подростка или большого ребенка или полненького, то это будет как раз. Если у вас ребенок маленький, которому вы хотите это связать, значит тогда можно вот хвостик укорачивать почаще, сделать короче хвостик, то есть не через 6 рядов, а через 5 или через 4 вязать. Можно вот тут вот сделать тоже короче, не 4 ряда здесь и 4 здесь, а сделать там по 3 или по 2. То есть определяйтесь сами, как вам удобнее. Можно на несколько рядов, посчитайте, на сколько рядов вам надо короче, можете укоротить собачку. Мне как бы вот это подходит. Я делаю на подростка не маленького уже, поэтому ручка у нее будет такая, и тем более, что я говорю, колечко можно пришить и не на самый кончик, а немножечко ближе. Вот я возьму колечко, вот такое у меня есть, и я возьму иголочку, заправляем ниточку в иголочку и пришиваем. Я в данном случае могу пришить на самый кончик, если вам нужно не на кончик. Вот я немножечко все-таки опущусь вниз, чтобы показать вам. Опускаемся вниз по нижней части, по животу, то есть под хвостик. Вот как оно лежит, значит не с той стороны выходим, а с этой, где животик, где вот этот шов, стык этих
Убавка где шла. Вот так вот я вышла сюда, вот, например, чуть-чуть ниже. Здесь теперь я закреплю ниточку еще тоже, вот так вот прихвачу ее, чтобы не затягивался хвостик потом сюда, чтобы он остался там остренький, пусть он торчит после застежки немножечко в сторону. Можно больше ниже опуститься еще. Вот так вот его закрепим, немножечко узелок завяжем. Вот, закрепили. И теперь сюда пришьем вот эту вот петелечку. Если она у меня сейчас пролезет, не пролазит ниточка. Если ниточка не пролазит или слишком большая петелька, то можно ее пропустить саму нитку сюда без иголочки. Если не пролазит иголка, у вас маленькое колечко. Если большое, то можно прямо пришить иголкой. У меня вот колечко получается небольшое, одно большое, а вот это, которое крепится, оно у меня маленькое. Поэтому кончик нитки я прижигаю вот так вот спичкой или зажигалочкой, вот так делаю его вот таким жестким, и оно тогда хорошо проходит сюда. Вот я два раза где-то сделаю, и будет достаточно. Вот сейчас я пропустила разочек, сейчас еще разочек пропущу сюда. Вот я протянула второй раз уже в это в нижнее колечко, верхнее у меня осталось вот свободным. И теперь можно закрепить ниточку, кончик нитки крючком, и затянуть его, спрятать в хвостике. Верхние части хвоста, они уже не наполняются холофайбером, в этом нет необходимости, он и так достаточно упругий. И поэтому вот мы хвостик сейчас, вот эту часть ниточки, спрячем прямо сюда вот в хвостик. Все, вот такая вот есть петелька. Она... Вот у нас нижняя часть живота вот проходит, и голову мы пришиваем вот так вот сюда. Чуть-чуть даем, чтобы грудь таксы выдавалась вперед. У нее вот как здесь вот у нас, ну, голова может даже немножко больше выдается, затылок, а вот грудь у нее такая мужественная, мы знаем. Вот, поэтому мы ее вот так вот должны пришить. Низ живота тут, а голова вот так сюда пришиваем. Для того, чтобы голова пришилась ровно, вот мы закололи с этой стороны, заколем еще с этой стороны, вот так вот. Потом за одну сторону пришьем, немножечко оттягивая вот так вот в бок сюда ее тоже, вот эту голову, шею. С этой стороны наполним холофайбером и закончим пришивать. То есть шея тоже должна быть с холофайбером, чтобы не гнулась и не теряла голову. Вот такая вот получилась шея с цепочкой у нас. Вот, и тут застежечка, которая будет вот так вот застегиваться, пристегиваться к хвостику на руке или на портфеле, или где угодно, за что вы хотите ее зацепить. Она может у вас что-то украшать и как бы быть талисманом следующего года, 18-го. Дальше теперь нужно разметить, где у нас будут располагаться лапки. Лапки у нее будут располагаться передние вот тут вот. Можно чуть-чуть вот так вот назад. Вот одна, вот вторая, немножечко, думаю, ближе к центру. Вот так вот мы их расположим, две лапки передние, чтобы они чуть-чуть вниз смотрели. Вот, и вот так же точно будут расположены задние. Они вот тут вот ближе к хвостику, но немножечко будут вот так в стороны, потому что здесь очень уж маленькое место, расстояние. Теперь нужно вот так. Теперь вокруг каждой булавочки нужно набрать 6 столбиков. Вот мы начнем, например, здесь. Дальше будет вам уже понятно. Вяжутся все лапки абсолютно одинаково. Можно связать отдельно, начать с петли амигуруми, связать 6 столбиков и дальше провязать лапку, а потом ее пришить. Можно сделать так, как я, чтобы не пришивать, набрать сразу тут на месте. Вот закрепили ниточку и вот так по кругу набираем вокруг этой булавочки 1. Так, сюда 2, 3, 4,
4 вот так будет, да. 5 сюда. И 6 вот это, за которую мы цеплялись. 6. Все. Теперь булавочку выбрасываем. Вяжем 6 рядов. Еще вот этот, что мы набрали, это первый. И еще 6 рядов. По 6 столбиков вяжем по кругу. И потом их все пучком дружненько закрываем. Но перед этим наполняем холофайбером лапку. Вяжем. Вот такая получилась вот лапка. Вяжем также вторую, третью, четвертую. Эти четвертые, у этих расстояний между ними будет. Эти две лапки сойдутся по центру вот так вместе. Будут привязаны одна и вторая. Одну петелечку вот между этими булавочками оставляйте. Вяжем, заканчиваем. Такой получился вот браслет. Вот такая вот таксочка. Я еще и вышила ротик. Можно развернуть наоборот попой к себе, чтобы мордочка была в ту сторону.